спустя полгода. В Алтайском крае завели уголовное дело из-за загрязнения пивоварки. Напомним, в прошлом году река окрасилась в мутно-молочный цвет. Позже в образцах воды обнаружили нефтепродукты – алюминий, фосфат и титан в концентрации, который во много раз превышает предельно допустимые значения. Для человека эти вещества опасны. Они вызывают токсическое отравление и приводят к необратимым изменениям в организме, вплоть до летального исхода. Как сообщают в краевой прокуратуре, нефтепродукты попадают в реку через ливневки от улицы Малахова. Возбуждено дело по статье «Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов». Правоохранители устанавливают виновных.